Всем привет! Сейчас мы находимся на отчетном концерте нашей ударной школы. Пойдемте поинтересуемся, как настроение у наших участников и их гостей. Мы на сцене! Идти надо? Идем. Скажи, пожалуйста, как твое настроение? Все супер вообще, класс, мне нравится концерт. Чем планируешь заняться после отчетного концерта? Вот весь этот список переслушаю в машине, просто всю эту музыку. Егуд, спасибо. Олег, привет, мы к тебе с вопросом. Расскажи, пожалуйста, как твое настроение и чем ты планируешь заняться после отчетного концерта? Отличное настроение, шикарная публика, прекрасные выступления. Планирую поехать домой поспать. Аплодируем. Таня, расскажи, пожалуйста, как твое настроение и чем ты планируешь заняться после отчетного концерта? Слушай, настроение просто суперское. Я боюсь расплакаться, потому что все такие хорошие, все такие молодцы. Ну а что делать после концерта? Брать палки, идти репетировать? Самой-то тоже так же хочется. Конечно, нет. Он сейчас стоит там, вдалеке. Аплодирует. Видимо, ему очень нравится. Вот он, человек, интервью которого нам очень нужно взять. Алексей, расскажите, пожалуйста, как ваши эмоции от концерта? Сейчас прошло первое отделение, поделитесь, пожалуйста. Волнительно, но позитивно волнительно. Волнительно, но окей, как бы, вот. Расскажите, пожалуйста, чем планируете заниматься после отчетного концерта? Вести кучу вещей обратно на нескольких машинах в школу и расставлять все на места. Сейчас мы возьмем интервью у группы, которая только что взорвала зал. Это был отчетный концерт ударной школы. Оплачивайте абонементы и ждем вас на занятиях.